Алло. Лен? Лен. Здравствуй, зайка моя. Куда мне идти? Да? И за что, Лен? Я на тебя не так посмотрел? Посмотрел и плюнул. Только из-за этого? Лен, ну и что с того? Утерлось и все. Ну, наверное, слюна во рту скопилась, надо было куда-то деть. В лицо попал? Не хотел, Лен. Хотел? Так и сказал? Лен, ну и что? Утерлось и все. И вообще не понимаю, как это было. А, я тебя дурой набитой назвал? И плюнул? Ну тогда понятно, почему на тебя я так посмотрел. Не мог же я при этом улыбаться? Улыбался. Куда я твоего папу послал? Вот в это я не поверю. Чтобы твой папа, этот вышибала, этот грабила, не мог со мной справиться. Я не один был. Коля тоже папу послал. И Вася. Ну, друзья мои, скучно им было. А я ж друг, а им скучно. А я ж друг, а им скучно. Ну, не плачь. Я тебе цветы принес. Почему, урод? Я ж с цветами пришел. Кактус? В горшочке? Лен, ну все равно знак внимания. Где ты видела знаки внимания? Вася надел. А зачем ругаться? Надо сочувствовать больному Васильевичу в желудке. Какая девушка? Сказала, что моя жена? Это Светка. Лен, у нас ли ничего не было? Было. При тебе? В подъезде? Лен, ну я же сцен не устраивала, когда ты с Вовкой на дискотеке танцевала. Что я с Вовкой сделала? Глаз натянул, да? Неудобно ему, наверное, теперь смотреть. Полиция приезжала. Ну не надо мне тут. Я дома, а не в отделении. Мы с ними пили. И они забрали соседа. Ах, ну да. Вася же в полиции работает. А сосед тут при чем? Мы ему все окна. Когда в твои кидались? Вместе с полицейскими. Лен, а больше ничего не было, нет? Уф. Лен, ну из-за таких пустяков ты хочешь со мной расстаться? Да, извиняюсь. Да, последний раз. И стекла вставлю, как иду. Стекла не надо вставлять. И на какие шиши вы им вставили? Бутылки сдали. Сдали стекло, купили стекло. Интересно. Это сколько ж надо бутылок сдать? Здорово ваше семейство пьет. Из какого подъезда? После нас остались. Ты сдала наши бутылки? Лена, ты не человек. Ты дьявол воплоти. Чудовище. И не звони мне больше.